обратно на эту арену. Можно. Она есть. Наверное, роль Фебуса или Клопена. Роль Фебуса мне больше по душе, потому что его девочки любят. А роль Клопена мне больше подходит по вокальной части. Я вообще должен признаться, в далеком 99-м году, когда Нотр-Дам де Пари поразил практически весь мир. У меня была дома кассета с мюзиклом «Нотр-Дам де Пари». И в 5 лет я выучил все песни из этого мюзикла. Можно даже сказать, что «Нотр-Дам де Пари» сделал меня музыкантом. Можно даже так сказать, я так считаю. Потому что я очень сильно полюбил этот мюзикл. И сейчас, кстати говоря, вечера.